У нас вновь на прямой связи со студией Мехрибан Касумова. Она продолжит рассказывать о своих наблюдениях на соревнованиях Street Athletics Baku 2015. Пожалуйста, Мехрибан, мы слушаем. Мы продолжаем наше прямое включение с площади фонтанов, где проходит уникальный турнир по уличной атлетике. Сейчас, как вы видите на своих экранах, проходит соревнование по прыжкам в высоту. Здесь участвуют 8 человек, только мужчины. Женщины в этом виде спорта не представлены. Здесь участвуют атлеты из Молдавии, Словакии, Греции, Чехии, России и Украины. Судьи, как всегда, назвали фаворитов. Ими являются двое спортсменов из Украины. Это Богдан Бондаренко и Андрей Проценко. Неоднократные призеры чемпионатов Европы и мира. Стоит отметить, что это официальные соревнования, и здесь будут фиксироваться все результаты, рекорды, нормативы, так же, как и во всех остальных первенствах под эгидой Европейской Федерации Легкой Атлетики. Соревнования, которые проходят здесь, также останутся в истории. И организаторы уверены, что остальные страны тоже начнут проводить такие же турниры. Проведение Street Athletics Baku в дни, когда еще проходят первые европейские игры, станут залогом развития легкой атлетики. По итогам турнира лучшие спортсмены получат призы. Спасибо большое, Мехрибан. Я напоминаю, это была моя коллега Мехрибан Касумова. Она наблюдает за соревнованиями в рамках Street Athletics Baku 2015.